еще бы что-нибудь видеть. Ну да ладно. Начнем прямой эфир, раз мы перешли в Инстаграм. Сейчас мы вышли погулять. Идем петушка смотреть. Какого петушка? Вообще давно на улице уже не был. Сразу скажу, что я ушел из ВК. Ну так, условно ушел. Аккаунт у меня там остался, но буду активно развивать Инстаграм. Это вот такая вот первая трансляция. Ну, не первая трансляция, на которой я присутствую, но тем не менее удобная вещь. Вот в таком прекрасном месте я живу. Это Ростовская область, это не сам Ростов. 20 километров от Ростова. Снега у нас нету и, видимо, не ожидается. Чем я занимаюсь? Занимаюсь я бизнесом в интернете, именно бизнесом. Именно направление мое — это видеоконтент. Поэтому вот у меня есть вот такая вот такой селфи-палка такая, с которой я постоянно вещаю, хожу. Палочку я приобрел перед Новым годом. Удобная вещь. Прям удобная вещь. И я думаю, особо дребезжание вы сейчас не ощущаете. Когда я иду, она у меня стабилизирует. Вот еще бы солнце в глаза не светило, а вообще было все замечательно. Трансляция на самом деле так, просто так, можно сказать, тест прохожу. Перехожу уже на социальные сети. У нас получается Инстаграм, ТикТок. Основное мое направление — это YouTube. Все мои работы, или всю мою работу, наверное, можно озвучить так, можно найти на YouTube. Канал достаточно такой большой, можно сказать, по контенту. Я бы не сказал, что по подписчикам там много человек, но тем не менее. То есть занимаемся видеоконтентом в разных направленностях. На улице сейчас у нас плюс один. Вот как видно, не видно. Не знаю, солнце мне в лицо прям светит, я не вижу. Скорее всего, видно, что ни одной снежинки нет. Выпадал снег буквально перед Новым годом, и буквально после Нового года, 2-3 число, весь этот снег сошел. Причем снега было достаточно. И по заявлениям некоторых людей, снега нет только в Ростове и Ростовской области. Во всех остальных направлениях, например, Воронеж и далее, там снег лежит. Так, кто-то пишет в Телеграм, ну такая работа у нас. Вот надо еще разобраться с трансляциями. О, солнце вроде ушло. Замечательный поселок, село, такой вот прекрасный, с многоэтажками. Сейчас заходим в частный сектор. По правой стороне у меня находится роща. Вот я не знаю, вот, что это за камера. Снят вопрос, как вот переключить это все хозяйство на другую камеру. То есть на камеру, на которой мне нужно
любуйтесь красотами. Вот эта дубовая роща, которая у нас тут находится. Впереди идут сусанины. Идите, идите. На танцующие хотят быть похожи, не хотят быть похожи, не хотят. Стоп. Я думаю, интернет нас не подведет и прямой эфир пройдет более-менее нормально. Палочка вообще замечательная. Еще бы было бы как вчерашняя температура. Вчера 8, позавчера 12 градусов было. Плюс 12. Вот ветра бы не было, вообще все было замечательно. О, ты куда идешь? Ты куда идешь? Да, надо на Бали сваливать и все. Как вы поняли, что прямой эфир ни о чем, обо всем и про все. Как можно вести вот такие вот прямые эфиры и получать трафик на свои ресурсы. Возможно, кто-то у нас здесь присутствует, даже люди, которые не подозревали, к примеру, что вот так вот можно трафик себе в интернете добывать, потому что многие делают одну огромную ошибку, когда предлагают свой бизнес всем встречным, поперечным, и еще дополнительно предлагают свой бизнес в тех проектах, куда они заходят. Я не знаю, кто их так научил писать в личку и кидать свои проекты. Так делать нельзя. Такое не приветствуется нигде, и это грозит блокировкой, баном в тех проектах, в которых они уже, к примеру, развиваются. Бизнес надо развивать по-правильному. Если вы к этому готовы, значит, к этому готовы. Как еще можно развивать свой бизнес? Ну, при помощи своей индивидуальности, при помощи своих там каких-то необычных способностей, это тоже возможно. Потому что каждый имеет возможность предложить что-то такое, что необходимо людям. Вот сейчас я хожу и просто показываю. Мы тут кругами просто ходим. Там грязно в роще. Ну, правильно. Там вот роща, и говорят, что там грязно. Не знаю, не был. Надо думать, что после дождей, после снега, возможно, там будет грязь. Ну, обещали показать петушка, но тем не менее я... Послушай, да не показывай. Пока только собаки. Пока только собаки. Давай, Вова, иди. Вот так вот можно ходить по улицам, приставать к людям, задавать им всякие разные вопросы и развивать свой бизнес, развивать свой канал, развивать свой Инстаграм. Если вы считаете, что интернет — это бесполезная штука и что деньги можно только заработать физическим трудом, вы ошибаетесь. Даже ваша работа, даже ваша зарплата непосредственно зависит от того трафика, который делает ваш работодатель. Да, кстати, давайте я переключу камеру. О. Ваш работодатель дает трафик. Что такое трафик? Трафик — это, если проще объяснять, это просто информация.
Если вы работаете на каком-либо предприятии, либо вы работаете в какой-то либо сети магазинов «Магнит», магазины «Пятерочка», магазины «Семерочка», «Палатка», которая торгует овощами, в любом случае информацию люди откуда-то из каких-то источников получают. Например, купив тот же самый килограмм картошки, вы доносите людям информацию, если они вас спрашивают, где купить картошки либо макароны. Люди спрашивают, где вы это все приобрели. Если вы не верите, возьмите и проверьте. Прямо сейчас зайдите к людям, которые живут рядом с вами, и спросите, как пройти библиотеку. Шутка, конечно, но они вам подскажут. Вот, даже вот таким шутливым способом, как вот привыкнуть к интернет-бизнесу, к общению с людьми незнакомыми. Знаете, самый простой способ – это импровизация. Вы выходите на улицу и спрашиваете у людей время, либо как пройти в тот или иной, на какой-то адрес, как пройти библиотеку, как найти парикмахерскую, как найти еще что-то. Все, вы им не предлагаете бизнес, вы просто у них спрашиваете. Таким образом вы привыкаете к людям, к незнакомым, таким образом и делается весь трафик в этом мире. Ну, если не верите, возьмите и проверьте. То есть мне не нужно верить на слово, мне просто взять нужно вот эту штуку, выйти на улицу и начать общаться с обычными людьми. Спрашивать время, спрашивать, как пройти в библиотеку, в аптеку, спрашивать, как пройти в кинотеатр. Я не знаю, где вы там живете. В конце концов, если вам встретится ваш знакомый, вы просто можете у него спросить, как у тебя дела. После этого вы можете продолжать действовать и до тех пор, пока у вас вот этот страх общения не уйдет. А вот уже после этого вы можете начать развивать свое направление, свое дело. Не будем называть бизнесом. Если вы прекрасно знаете, наверное, что бизнес – слово странное, слово иностранное. И это слово обозначает просто-напросто, если на русский перевести, это дело. И то, что, чем я сейчас занимаюсь, то, что я делаю, это дело. Это дело, которое мне принесет в дальнейшем много-много касаний с теми людьми, которые будут смотреть эту трансляцию, возможно. Они будут ее смотреть в любом случае. Их заинтересует, что это там он идет и несколько минут рассказывает. Если сначала это будут знакомые, потом это будут незнакомые, потом незнакомые незнакомых и многое-многое другое. Вот так делается история, вот так делается трафик. А на этом я, наверное, буду заканчивать. Всем хорошего дня и до встречи!